на ремонте вот такой газовый котел Ariston. Значит, это котел класс 24, ошибка R607, а еще выпадала ошибка F12, поэтому тут как-то все по-разному. И постоянно крутится вентилятор. Если вы слышите, значит, если снять вот эту накладную крышечку, открутить винтики вот здесь, то снимается крышка, и видно, что вентилятор постоянно работает. Значит, что нужно делать? Ну, в любом случае, раз вентилятор постоянно работает, то есть проблема с реле вентилятора. К нему будем добираться, значит, вот здесь вот. Вот так вот поднимается, снимаем защелки и добираемся до платы управления. Просто на клипсах, на защелках. И вот плата управления. Значит, сначала я подумал, что вот этот, это релюха. Но нет, оказывается, вот это третья, это вентилятор. Почему подумал? Значит, я начал прозванивать, а все в норме. И это, ну, не то чтобы в норме, нет короткого замыкания. Потом, когда уже начал разбираться, оказывается, на этой релюхе между контактами силовыми 100 Ом. Поэтому он не запищал, а я не обратил на это внимания. Подумал, что может быть просто сопротивление через вентилятор идет. Ну, 100 Ом. Поэтому нужно просто поменять этот реле. Ну что же, вот этот реле я выпаял. Значит, это вот слева, это третий. Ну, соответственно, пришли новые. Сейчас выпаиваем. Лучше выпаивать вот таким паяльником, потому что нужно пропаивать. Тут двухсторонняя плата, поэтому она пропаивается на другую, аж на другую сторону. Поэтому паяльник должен быть, ну, хотя бы 60 ватт. Поэтому обратите на это внимание. Обыкновенным тонким не отпаяется. Сразу два контакта прогреваете и одну сторону вытаскиваете, другую сторону. Ну и все, потихоньку я его впаиваю, шатая. То один контакт, то второй. Он потихонечку садится. Еще не сел. Ну, потихонечку садится. Вот один контакт уже пропаялся. Зашел. Вот этот. Остальные еще подняты. Поэтому, видите. И потихонечку прогреваю паяльником. И один контакт, потом второй, третий. И так потихонечку сажаю. Сейчас посажу и буду пробовать. Я думаю, что это полностью решит. Тем более, что я вручную пробовал его запустить. Значит, суть поломки в том, что он определяет. Вентилятор все время работает. И он определяет, что сейчас здесь контакт должен быть разомкнут, а он замкнут в выключенном состоянии. Поэтому, если я вручную беру, так чик, отсоединяю. Хотя вентилятор работает, но система думает, что он не работает. Потом включаю теплую воду и через там 3 секунды замыкаю. Система подумала, что, значит, вентилятор заработал, и зажигается, и все нормально работает. Поэтому вручную можно вот таким образом обмануть систему. Ну, то есть я так определил, что все-таки плата управления рабочая, а нужно решить проблему с рынком. Ну, сейчас паяем, будем пробовать. Ну и теперь, когда собрали все на место, все нормально работает. Кажется, что оно все моргает. На самом деле просто 0,53. Так оно кажется просто. Это горит, и это просто стабильно горит. Уже до 53 догнал. Все нормально работает. Как видим, просто $1.5 стоит одна ролюшка. Выпаяли, включили, и никакой ошибки нет, и все работает.
повторяйте, это несложно.